живу тобой. Спасибо, 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 спасибо. Аллилуйя. Мой возлюбленный прекрасен, краше тысячи других. Вид его подобен кедру на подножьях золотых. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Вот он идет, Бог мой грядет, мой возлюбленный грядет. Мой возлюбленный стучится, отвори, сестра моя, время пения настало. Голубица чистая, вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Вот он идет, Бог мой грядет, Царь возлюбленный грядет. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, за это доброе утро. Спасибо за день субботний. Боже, благодарю тебя, Господь, за этот эфир сегодняшний и за Слово Твое, которое действительно свидетельство великой любви Твоей, о жизни Твоей. Ты есть свет. Ты есть свет, и нет в тебе никакой, абсолютно никакой тьмы, даже полутонов, никаких, ни теней, нет, только ты есть свет. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Позволь нам погружаться в твой свет, пребывать в твоем свете и жить твоим светом всегда-всегда, и сегодня, и во все дни нашей жизни. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Благослови всех братьев, сестер, всех, кто подключался, подключается. Благослови, кто потом в записи будет смотреть это видео. Всех нас благослови, Господь, во имя Иисуса Христа. Всех ходящих во свете, детей света. Аллилуйя. А те, кто еще любит тьму, те, кто является детем тьмы, еще дьявола, Боже, помоги, Господь Боже. Пусть совершится великое чудо перерождения. Пусть люди познают Тебя, единого истинного Бога, и Тобой посланного Иисуса Христа, да примут жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую. Боже, пусть откроются глаза слепые, пусть свет Твой воссияет в сердцах людских. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Вот, просыпается большой город. Благословляю всех вас. Благословляю Санкт-Петербург, благословляю Петра Творения, здесь на берегах Невы. Молюсь ныне о духовном пробуждении и православии, и вообще всего христианства. Вот, и молюсь о предстоящем соборе, и вас побуждаю к этим молитвам. Вот, и 18 сегодня мая в календаре обозначена такая еще и скорбная такая дата, знаете ли, для меня, как для татарина, это вообще как бы особенная печаль, конечно, сердцу. 18 мая – это день депортации крымских татар, вот, геноцид, который пережили татары в 44 году. Вот, но в день Господний не пристало печалиться, поэтому мы вчера об этом немного говорили, вот, а завтра продолжим как раз. Вот, дни печальные, траурные, завтра и послезавтра. А сегодня мы погружаемся во свет Божий, потому что Он есть свет, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь.
Бог есть свет. Да, Аллах есть свет. Погружаемся в Бога Великого, погружаемся в нашего Небесного Отца и Иегова, Святой, Праведный. Спасибо. С миром Божьим всех благословляю. Шалом, мир всем, салям. Аллилуйя. Аллилуйя.